Ты начинай. Где мы? Что мы? Мы... Серая большая, мне кажется. Так. Серая большая тебе? Ну, сейчас посмотрим. Давай, Ладно. Рассказывай. Че, где мы находимся? Что это такое? Тематика «Здоровая земля». Что-то здесь есть. Все полезное. Вкусное. Все вкусное. Клубничка, хотите, выращенная на глубине? На чем выращенная? Ну, это вот природный минерал, экологически чистый продукт. Можно попробовать? В шоколаде? Да. Нифига. Да, вы эту шпажку туда... Шпажку. Зеленую уберите сразу. Прямо ее полностью макайте и сразу полностью в рот. Давай, я не почувствую, какая подержу. Клубничка там. Ну, сначала клубничку попробуйте тогда. Сначала клубничку попробуйте. Ага. Все, короче, да. Девчата всегда все знают, да, как надо клубничку. А ложка есть просто шоколада взять? Нет, ложки нет. Нет? Он на глуконите тоже выращен. Глуконит, да. Природный минерал. Теперь, как вы сказали. Угу. Отечественный даже наш, это вообще саратовский, да? Да. О, красота. А здесь представители Саратовской области? Я просто так походил, посмотрел, где все. Я думаю, большинство из Саратова, но есть из других регионов. Это вот. Так, ну и что, Дарья, как тебе? Оп. И давайте рекламку запускаем. Глуконит всем полезен, не вредит. Натуральный природный минерал. Все, благодари, побежали переодеваться. Ты отдай. Серьезно? Тогда бери еще. Тогда бери еще. А что, цветы, кстати, можно выращивать, ребята там сказали. Так, что мне одевать-то, блин, серая большая, наверное. Серая большая, зеленая, может быть. Черный не одевать? Ой, там как, посмотри. Все одеты? Да. Чик. Простите. Глуконит. Набрал. Надо тогда пройтись еще набрать чем-то полезного. Давай.